Кирилл, сколько лет мы не виделись. Как раз, когда ты уехал на Верн, у нас почти ничего не изменилось. Кстати, у меня дома есть компьютер с интернетом, сможешь связаться со своими. Я у тебя перекантуюсь пару дней. Заходи, братишка. Вот, кстати, Илюха нашел себе новое занятие, стримит, но я не понимаю, что это такое. Спасибо за донат. Ну ладно, давай выпьем пивка за такую встречу, у меня как раз в холодильнике парочка бутылок есть. Сообразим на двоих, так сказать. Садись, рассказывай, что привело тебя сюда и почему ты так паниковал. Я сам ничего не пойму. Здесь я вообще оказался после того, как съел тот пирожок на аэропорте, а потом пошел в туалет. До меня уже дошли новости про Верн, говорят, там произошла утечка токсичных отходов. Но я абсолютно не понимаю, зачем сбили наш вертолет, но пришлось экстренно эвакуироваться, а потом лететь на самолете сюда. Без понятия, главное, что ты остался цел, здесь место тихое и спокойное. Так что можешь оставаться пока у меня. Я тебе помогу. В общем, поговори с Ильей, а я пойду поставлю мотоцикл внутрь амбара. Блин, какая-то вмятина появилась, сейчас попробую починить. Какие-то странные ощущения, кажется, я что-то вспоминаю. Кристина? Нет, не надо. Нет, Кристина. Блин, Кристина наверняка захочет найти и изнасиловать меня. Ужас. Чуваки, зацените, какой я трек сегодня записал с моими братишками. Ну что Илья вставляет по полной? Да, песня реально клёвая. Может быть, пойдем вместе снимем классный клипец или на песню? У тебя же есть камера. Привет, Кирилл, пойдем с нами, запишем клип на новый трек РК Errors. Конечно, я так хочу нормально отдохнуть. Ну что, гайз, погнали. Горилла мой блэс, он под кожей. Странно, что белый ведь блэс темнокожий. Вэй. Я кричу кусав, и ты уже вникаешь, сука. LGB, не нарко. Мы не на блоке, но все равно жарко. Парни не сил, не ведусь с азартом. Хаваю рамен, сегодня мебя от старта. Сотни проблем, все суки. Еду к твоей бэй прямо сквозь дюки. Look at me, целый день бизи. Ты своим гэгом довянешь на слизи. А мне криво виндов, суки знают все эроры. Припиши. Это ящерица 1, объект КБ сбежал. Повторяю, объект КБ сбежал. Так и знал, стоило его держать в видимости. Повезло Тёмычу, сейчас в наряде стоит, через час уже пойдет отдыхать, а я тут застрял. Тут даже 3G не ловит. С добрым утром, я вчера так заработался, что заснул прямо здесь, но зато моя Ява теперь как новая. Ну что, поехали заберем мою Ниву, ей должны были перебрать карбюратор.
Ну как, может, давай съездим постреляем, как в старые добрые? Хорошая идея. Классная машина, как раз для этих мест подходит. Сейчас мне перебрали карбюратор, тяга увеличилась заметно. Можно мне немножко покататься? Стреляем по тем бутылкам на стене, сейчас я тебе покажу, но патронов у меня почти не осталось, так что стреляем по одному и разу. И брить. Давай теперь я попробую.